Производить электроэнергию из мусора планируют в Южно-Казахстанской области. Подобный опыт позаимствуют у Китая и Сингапура. Об этом заявил глава региона Бейбут Атамкулов. В области построят мусоперерабатывающую станцию. Она сможет вырабатывать до 50 мегаватт электроэнергии. Простаивание существующего завода по переработке мусора Аким объяснил тем, что владельцы не справляются с работой. Также он отметил, что после присоединения к Шымкенту 40 населенных пунктов все старые мусорные полигоны по экологическим соображениям и из-за проведения новой инфраструктуры были закрыты. В действительности мусороперерабатывающий завод работает, но в полном циклом мусоропереработки его практически назвать я не могу. Скорее, это мусоросортировочный завод. В 2015 году этот полигон был обратно переведен в коммунальную собственность города Шымкента. То есть идет всемирная поддержка. С инвестором идет работа, с владельцем данного предприятия. И сегодня у них по инвестиционному плану идет расширение этого мусоросортировочного завода с циклом полной переработки.